День добрый, с вами Смирнова Ирина. Продолжаем изучать наш онлайн Photoshop в виде Pixlr эдитора. Замечательный инструмент в центре внимания сегодняшнего нашего занятия – маски. Что такое маски, как с ними работать и вообще зачем эти маски нужны? Но для того, чтобы понять, зачем эти маски нужны, давайте мы с вами вспомним вот что. Когда мы создаем, например, какую-то свою рассылку или какую-то интересную картинку с каким-то призывом на блоге, или создаем какой-то баннер для продажи наших инструментов, нам бы хотелось, чтобы этот баннер был более интересный, более профессиональный и так далее. И вот для того, чтобы понять, что такое маска, я именно на этом баннере, на этих баннерах или вот таких картинках для рассылок и расскажу вам, что ж такое маска. Давайте вспоминать. Вот тогда, когда мы с вами создаем такие интересные картинки, то мы очень часто используем вот такие вот красивых девушек. Эти красивые девушки у нас как бы выглядывают из-за нашего баннера и приглашают прочитать. Сейчас считается в инфобизнесе, что вот такая девушка, которая улыбается красиво, которая указывает, призывает к какому-либо действию, она и как раз заставляет человека выполнить это действие. Но обратите внимание на то, что практически в интернете используются одни и те же девушки. Вот если вы проверите количество этих девушек в интернете, то оно будет зашкаливать. Поэтому наша задача с вами сделать такой баннер более интересным. Вот здесь у нас и используется этот инструмент маски. Посмотрите. В данном случае мы используем в изображении два изображения. Изображение баннера и изображение девушки. Но изображение девушки в этом случае, часть изображения, которая лежит под верхним изображением, второй слой, на котором изображена девушка, часть этого изображения должно появиться на верхнем изображении. Это сделать просто в том случае, если у вас вот такой вот обрезанный край. Но я очень часто вижу, например, очень интересные композиции, когда собираются различные цветы в один букет благодаря фотошопу. Они как раз собираются благодаря тому, что используется маска. Мы с вами будем тоже сейчас делать баннер очень простой. Простота его заключается в том, что у нас будет вот сам баннер действительно такой прямой и простой. Мы возьмем с вами вот такую яркую девушку. Эта яркая девушка у нас будет использоваться каким образом? Видите, у нас здесь у нее есть вот рука, такой локоть, который будет как бы за баннером у нас. А само туловище будет позади этого баннера. Вот наша задача сейчас с вами именно это и сделать. Итак, я открываю Pixlr Editor. Начинаю я работать вот с такой картинки. Эта картинка у нас будет являться фоном баннера. Я открываю фон в виде вот этой создания этого баннера, создания этого прямоугольника. Для того, чтобы его немножечко уменьшить, я выставляю маркеры на нем, вот так вот, сужаю его и занижаю его вот в нижнюю часть нашей картинки. Сверху я загружаю девушку. Девушку я буду загружать уже через... подтверждаю действие, загружать буду из библиотеки Pixlr Editor. Я специально создала девушку эту, вот она эта девушка, я ее выделяю, и вот она здесь загружается, вот она эта девушка, я ее создала специально в виде PNG. Почему? Потому что, чтобы мы с вами очень быстро, легко и просто все это делали. Итак, это у меня уже новый слой появился, давайте мы его переименуем, так как мы с вами всегда и договорились делать. Я ее называю девушка. И я перемещаю ее туда, где мне нужно, чтобы она стояла. Ну, во-первых, она здесь большая достаточно. Давайте мы ее немножечко уменьшим в размере. Вот так вот, наверное. И теперь я ее перемещу так, чтобы она у нас... Наверное, не ее перемещу сейчас, а перемещу задний фон чуть снизу. Его размер. Вот так, чтобы мы могли с вами вот так вот. Вот таким образом мы сделаем. Итак, выделяю слой девушка и начинаю с ним работать. Посмотрите, сейчас в данном случае, хоть это и PNG рисунок,
Но все равно в любом случае у нас, видите, и локоть, то есть та рука, которая должна быть в передней части перед баннером, и туловище, которое должно быть за баннером, они сейчас находятся впереди. Вот чтобы нам создать то, что мы с вами задумали, мы делаем следующее. Мы используем инструмент маска. Давайте посмотрим, где мы можем взять эту маску. Ну, во-первых, в опции «Слои». Вот у нас здесь есть с вами «Добавить маску слоя», «Удалить маску слоя», «Применить маску слоя». И у нас есть возможность такая использовать вот, эту иконку маски. Только не забывайте, что вам нужно выделить именно тот слой, на который вы собираетесь установить маску. Я выделяю девушку и добавляю на этот слой маску. Посмотрите, что происходит. Девушка как бы маскируется, отсюда и идет вот это название маска. На слое остается иконка с девушкой и появляется новая иконка, иконка маски. Она сейчас белая, вот такая же, как здесь, пустая. Значит, работать надо с той иконкой, которая выделена красной рамкой. В данном случае у нас выделена маска красной рамкой, и мы с ней и будем работать. Вот за этим надо обязательно следить. Как мы будем с ней работать? Для этого у нас есть два инструмента. Первый инструмент – это кисть. Вот он. И второй инструмент – это ластик. Давайте начнем с кисти. Чтобы посмотреть, что такое кисть в данном случае, давайте первое, что мы посмотрим с вами, это размер той кисти. То есть мы можем выбирать этот размер. Мы можем выбирать непрозрачность кисти, в данном случае у нас сейчас прозрачность равна 100. Мы можем выбирать вот еще такие вот инструменты. Ну, например, давайте вот я сейчас выбрала уже кисть, инструмент, я выберу вот такой, хард тип, тяжелый тип. Давайте вот тут покажем девушку. Вот я буду сейчас ее высвечивать, эту девушку. Видите, вот таким образом она у меня начинает высвечиваться. Здесь такой плотный очень слой. Если я возьму слой рассеивания, то посмотрите, вот сейчас я, видите, как высвечиваю пятнышками. И высвечивание такое будет пятнышками. Если я возьму диффузию, то он будет вообще очень такой мелкий, зернистый такой высвечивание. Видите, какое высвечивание? Как старая фотография. То есть вы можете использовать вот эти вот три инструмента. Мы сейчас с вами будем использовать конкретно просто кисть. Для того, чтобы девушку всю высветить, мы можем взять кисть побольше размером. Беру вот такую вот кисть большую и начинаю ее высвечивать. Посмотрите, вот я ее из этой маски я ее выделяю. Мне нужно найти ее полностью всю. Вот она, девушка. Вот таким образом я ее вытеснила. Вытащила, убрала маску, которая была на ней наложена. Теперь я просто колесиком своей мышки, видите, я могу двигать колесико и увеличивать или уменьшать размер. Вот я так себе ее пододвигаю, беру инструмент передвижения и вот так вот ее сюда немножечко передвигаю. Вот так вот. Теперь наша задача посмотреть, как мы будем убирать вот эту вот часть туловище за наш баннер. Для этого я беру ластик и аккуратненько вот так вот начинаю покрывать маской, высвечивая слой баннера и убирать ее за пределы нашего баннера. Посмотрите, вот здесь вот я даже специально сейчас вот так вот как бы испорчу этот слой. Для того, чтобы все это вернуть, делается очень просто. Я выбираю опять кисть, но в данном случае я выберу кисть маленькую, вот такую вот, и аккуратненько здесь подправляю. Используя различные инструменты, вы можете сделать различные картинки, различные изображения. Совсем недавно я делала картинку, когда из двух разных изображений, когда одна кошка как бы обнимала другую кошку. В этом случае я использовала конкретно маску. Ну давайте теперь мы с вами
изображение вот так вот уменьшим, передвинем немножечко, вот так вот, и вот таким образом создадим наше изображение. Видите, благодаря инструменту маски мы очень быстро и просто выделили все, распределили девушку перед баннером и за баннером. Итак, все у нас с вами готово. Но у нас осталось только что сделать. Нам осталось с вами только сделать надпись на баннере. Для того, чтобы сделать надпись на баннере и повторить тот материал, который мы с вами уже изучили, давайте мы просто напишем на баннере одно единственное слово. Для того, чтобы это сделать, я беру вот такой инструмент, текст. Он обозначен на палитре на с левой стороны, как буква А. Я его выделяю и кликаю на том фоне, где буду писать. У меня появляется окно настроек. Писать я буду, делать надпись вот в этом темном окне. Здесь мы с вами сейчас разберемся с остальными инструментами. Итак, я пишу просто такое слово, которое очень часто используется в виде призыва. Слово «подпишись». Первое, что я могу сделать, это я могу увеличить его размер. Вот я его такой размер большой и делаю. Второе, что я могу сделать, это выбрать, например, его как жирным, чтобы он был яркое, большое. Я выбираю жирный. Я могу выбрать курсив, могу выбрать жирный курсив. Я оставляю просто жирный. Я могу выбрать вот здесь любого вида шрифты, которые предлагаются этим инструментом. Их достаточно много здесь. И я выбираю цвет. Цвет я выбираю красный. Давайте мы вот так вот сделаем. Вот так. И вот так, ярко-красный. Да. И здесь я тоже кликаю «Да». Теперь я беру инструмент перетаскивания и вот так вот ставлю эту надпись. Немножко плоско все получилось, правда? Поэтому давайте мы сделаем так. Я сейчас вот этот текст выделю. Он у меня, вот видите, выделен слоем сразу же после того, как я только сделала надпись, как я только выделила надпись текст. То есть в любом случае у вас каждый новый текст будет отдельным слоем, который вы можете передвигать. И я здесь выберу стили слоев. Давайте мы с вами выберем вот такой стиль, как выдавливание. Вот у нас сразу, как только мы выбрали его, стиль inner, то есть выдавливание наружу, у нас появился вот такой, сразу изменилась подпись. Но для того, чтобы понять, как это можно все поменять, давайте мы возьмем вот такую подпись. Вот так вот это будет смотреться более интересно, мне кажется, более профессионально. То есть не будет размытых буквы, они будут как бы выделены дополнительной тенью, приподняты над самим баннером. Итак, я оставляю слово «подпишись» такого типа. Вы можете здесь поменять угол тени, как мы с вами делали в прошлый раз, да? Вы можете выбрать цвет тени и кликнуть «Да». Теперь наша задача сделать так, чтобы наша девушка была, ну, немножко более живая. То есть тоже дать ей какое-то оформление внешнее. Выбираем наш слой «Девушка» и точно так же выбираем стиль. Давайте выберем, ну, вот такую вот тень, которая у нас будет появляться у самой девушки. Обратите внимание, что в данном случае тень, она... источник света, он находится вот с этой стороны. И у нас получается, что тень достаточно резкая, достаточно сильно оттянута именно в эту сторону, создает здесь вот какую-то такую определенную грязь. Давайте мы здесь выберем эти настройки, изменим угол, уберем тень назад. Ее можно даже вот так вот убрать, чтобы только локоть был у нас. Немножко выше надо, вот так вот. Сделаем ее более непрозрачной и уменьшим дистанцию, поменьше сделаем и размоем ее. Вот так вот ее размоем. При желании вы можете тень немножечко изменить цвет, чтобы цвет тени был другой, ну, например, более солнечный, да, давайте мы возьмем вот такой вот цвет,
или пипеткой вот так вот возьмем, кликнем, да, вот он становится более розовым такой цвет, более натуральным, более естественным. То есть, что вы решите, так оно и будет. Итак, мы с вами разобрали, что такое маски, мы посмотрели, для чего они нужны, разобрали на очень простом примере. Наша задача осталась только в том, что нам нужно слои свести воедино, объединить видимые слои. Вот у нас наша девушка появилась здесь. И сохранить наш рисунок в виде определенного формата. Всего доброго. С вами была Смирнова Ирина. До следующих занятий.